Берег озера Уткуля очистят от мусора. Экологическую акцию проведут участники движения «Начни с дома своего». Сегодня они отправились в 20-ю экспедицию. В настоящее экологическое путешествие отправились 50 человек. Это школьники и студенты. За две недели им предстоит преодолеть почти 5000 километров. Участники экспедиции побывают в городах и селах Алтайского края, Новосибирской области, Республики Алтай. Экологи проведут встречи с жителями и совместные акции по очистке леса, берегов рек, озер от мусора. По словам руководителя экспедиции Сергея Малыхина, подобные туры меняют отношение детей к экологической проблеме. Им нужно давать хорошую идею, и экологическая идея – это классная идея. Им надо дать понимание того, что они участвуют не в отчетном мероприятии, что от них в этом мире что-то зависит. И вот когда они это видят, они выдержат все – и холода, и дожди, и я в этом абсолютно уверен.